Москва просто, ребята все собраны мастеровитые, просто не хватило чуть-чуть сил, но мы выиграли, это хороший для нас спарринг был, нам молодым надо доказывать, готовиться, поэтому стараемся. Как раз хотел про молодежную четверку, скажем так, спросить, насколько быстро сыгрываетесь, находите понимание друг с другом? Ну, с Оленом и с Данией мы как бы втроем давно играем, вот Ванька подоспел, ничего, стараемся, играем, как получается пока. Старшее поколение подсказывает, пихает? Ну, конечно, и подсказывает, и пихает по-доброму, так что тут все нормально, никаких вопросов. Ну, а что лидер, блин, Локомотив, а что хотите? Тут, ну, без шансов. Как дебют в воротах? Хорошо. Понравилось? Может, смена амплуа? Не-не-не, этим должны вратари заниматься, они этим всю жизнь занимаются, я так, подстраховать.